Областное телевидение и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня мы расскажем о Маше Хаковой. Девочке 9 лет, и она разучилась ходить и говорить. Причина – тяжелое генетическое заболевание. Требуется срочная реабилитация в Москве. Помочь Маше можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5541. На полке в Машиной комнате стоит фотография 7-летней давности. На ней Маша еще могла ходить и уверенно стояла на ногах. В 2,5 года походка девочки стала меняться. Сначала отказывать стали ступни, а спустя 2 года конечности полностью парализовала. В 6 девочка перестала и говорить. Маша и то все понимает, просто мимика ослаблена. Вот. И вообще часто он понимает, и чувство юмора хорошее, но движений нет, отдачи нет, и речь пропадает, к сожалению. Сейчас уже только вот я могу понимать, что она хочет или чего не хочет. Вот. А так девочка очень хорошая, прямо ангел просто. Врач-педиатр по профессии, Машина мама начала бить тревогу с самых первых симптомов. Но врачи лишь разводили руками. Распознать причину недуга они не могли. Спустя 2 года мама добилась обследования в столичной клинике. Диагноз был неутешительным. Лейкодистрофия – генетическое заболевание, при котором разрушается белое вещество головного мозга. У Маши тяжелое генетическое заболевание. Необходимо остановить процесс разрушения мозга, затем восстановить двигательные функции, улучшить речь девочки. Полностью вылечить это заболевание уже невозможно. Слишком поздно был поставлен верный диагноз. Улучшить состояние девочки может лишь реабилитация в частной клинике Москвы. Это лечение нам очень помогает, и движение действительно становится более, руки сильные становятся, ножки, речь улучшается, и общее состояние ребенка тоже улучшается. Вот. Вот туда мы, конечно, хотим. На лечение в московской клинике Маши требуется 180 тысяч рублей. Помочь собрать средства можно, отправив смс со словом «дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Юлия Швыченко, Александр Черных. События ОТВ. Обращаю ваше внимание, что в связи с изменениями в законодательстве отправители таких сообщений могут получить ответ на СМС с просьбой подтвердить оплату информационно-развлекательной услуги. Именно такая формулировка содержится в законе. Если вы не выполните это требование, то деньги до детей не дойдут.